Всем привет, это канал «Правильный выбор». Сегодня у меня на обзоре монитор ViewSonic VG2719. Это монитор с эргономичной подставкой, с технологией защиты от мерцания и фильтром синего света для снижения утомляемости глаз после долгого рабочего дня. Об этих и других особенностях я расскажу по ходу обзора. По окончании просмотра вы сможете обсудить эту модель в комментариях, а чтобы приобрести монитор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Надеюсь, наш обзор будет для вас полезным и вы поставите лайк. Диагональ экрана 27 дюймов, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 5 миллисекунд, подсветка WLED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 75 Гц. Монитор использует технологию панели SuperClear IPS для обеспечения постоянной яркости с широким углом обзора 178 градусов и отображением 16,7 миллионов цветов. Этот монитор имеет разрешение Full HD 1920 на 1080, что позволяет видеть более детализированную картинку на экране. Размеры монитора: 62 см в ширину, 36,2 см в высоту, толщина 4,4 см, вес 4,5 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Монитор оснащен эргономичной подставкой, которая позволяет легко наклонять и поворачивать монитор в идеальное положение. Кроме того, вы можете отрегулировать высоту и развернуть монитор на 90 градусов для портретного просмотра. Монитор имеет очень узкую рамку, которая увеличивает видимую площадь экрана. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт и обеспечивает отличное качество звучания при просмотре мультимедийного контента или прослушивании музыки во время работы. Монитор оснащен технологией защиты от мерцания Flicker Free и фильтром синего света для снижения усталости глаз после долгого рабочего дня. Опция Eco-режим регулирует яркость и улучшает видимость, что дополнительно увеличивает срок службы монитора и снижает утомляемость глаз. В данной модели предусмотрено несколько разъемов: один DisplayPort, один HDMI, один DSAP, один аудиовход 3,5 мм, один аудиовыход 3,5 мм. Интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA обеспечивают гибкость подключения ваших устройств к монитору. Предлагаю обсудить функционал и особенности в комментариях. Опытом использования делитесь там же и не забудьте поставить лайк. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Смотрите и другие наши видео, на канале много полезных обзоров на товары различных категорий. Также для облегчения выбора я предоставляю вашему вниманию топы различных устройств. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».